вас, друзья и гости моего канала. Сегодняшнее наше видео посвящено самой сильной и самой мужественной половине человечества. Конечно же, вам, мужчины, и вашему празднику 23 февраля. Откуда же пришел к нам этот праздник? Давайте разберемся. День празднования 23 февраля началось еще в 1918 году. В этом году считалось, что 23 февраля была создана новая Красная Армия. Но впоследствии историки нашли документы, которые гласят о том, что Красная Армия была создана 15 февраля. Затем, позже, в 1938 году, появилась новая версия о том, что 23 февраля прошел первый бой Красной Армии, в котором мы одержали победу над вражеской армией. Но, к сожалению, никаких исторических подтверждений данному факту не нашлось. Но до распада Советского Союза все-таки так и продолжало считаться. Но по факту позже выяснилось то, что 23 февраля это дата, которая была выбрана абсолютно случайно. То есть планировалось празднование дня создания Красной Армии 15 февраля, но по каким-то неизвестным нам причинам это празднование отложили на 2 дня, а потом и вовсе решили отпраздновать этот день в ближайшее воскресенье. И вот, собственно говоря, в 1918 году ближайшее воскресенье и выпало на 23 число. Таким образом, праздновать начали 23 февраля. Но, к сожалению, следующие 2 года этот праздник не праздновался. Причиной тому была, конечно же, гражданская война. А вот в 1922 году решили возобновить празднование и начали отмечать этот праздник как раз 23 февраля. Ну, не стали люди заморачиваться и что-то менять. В СССР 23 февраля называли Днем Красной Армии. Потом начали называть Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. А в 1992 году, после распада Советского Союза, его начали называть Днем Защитника Отечества. Но выходным праздничным днем его, этот праздник стали считать только в 2002 году. В этот день принято поздравлять всех мужчин, и, кстати, не только. Помимо мужчин, поздравления в этот день получают женщины-военнослужащие. И, кстати, есть еще один такой интересный факт. По старому календарю современное 8 марта было 23 февраля. Вот так вот интересно у нас получается. Ну а я, конечно же, в свою очередь поздравляю всех вас, дорогие наши мужчины, с этим замечательным днем. Желаю вам быть, конечно же, мужественными, сильными и немножко романтичными. Отдельно хочу поздравить близких мне людей. Конечно же, это мой папа, мой родной брат. Есть еще один человек, которого я тоже поздравляю, но имя его я называть, конечно же, не буду. Также я хотела бы поздравить особенных друзей, с которыми я познакомилась только благодаря YouTube. И это, конечно же, мои любимые каналы и мои любимые друзья. Янукович Болт Продакшн. Витя, огромный тебе привет! Сергей Райков, Серега Копатель Скопа, Саратовский кладоискатель, Серега, привет. Мистер Фишер, Саша, привет тебе и твоему сынульке. Также хотел бы поздравить Юра, регион 71. Рокеры Питера, Антон, привет. Семейный коп, Паша. Жизнь инвалида, Сергей, огромный тебе привет. Также президент Крыма, Дима.
канал «Русский Алексей», естественно, Игорь Гладников, канал «Кроликовод Зайцев», Александр Горовой, «Клёвое место Саша» и многих-многих других. Ребята, огромное спасибо за то, что вы есть в моей жизни. Желаю вам весело провести этот праздник. Конечно же, здоровья, счастья, любви, всего самого наилучшего. А вы, друзья, если вам понравилось это видео, оцените его, пожалуйста, лайком. Те, кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Впереди нас ждет очень много интересного. До скорого. Пока-пока. С праздником.